Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть Южный парк. Чуть надо было фон подвинуть. В общем, отправляемся с Картманом. Да, я готов уйти в крепость Купы. Место сборища нашей бригады. Палка истины вернулась к законным владельцам. Молодцы, мужики. Шмо, за твои героические свершения и отважное самопожертвование в великой битве при доме Крисис Данелли отныне посвящаю тебе члены королевской крепости Купы. Добро пожаловать в ККК! Картман, уже поздно, великому магистру, пора баиньки. Ладно, мам, спасибо, что рассказала всем, что делать. Завтра в школу, малыш. Тебе с твоими друзьями, друидами нужно... Мои странные друиды! Мои войны и маги! Ну все, живо в кровать. Вам всем пора дом, по домам. Картман, ну черт. Ну а мы остались. Да, мы не можем использовать, потому что... Новое задание уже поздно. Вернись домой. Интересно. Палка Купы. Ну что ж, пойдемте домой. Раз батя сказал идти домой, значит пойдем. Поговорим с ней? Уже поздно, твои родители будут волноваться. Давайте заглянем к Картману в комнатку. Что он делает? Закрыто. Закрыто. Так, ну давайте попытаем удачу. И попробуем подожимать на И очень много раз. Ах, не удалось. Ну хрен с ней. Говорят, что дают какашку. Ты наказан, мистер. Отправляйся домой и живо спать. Как мы оказались дома у себя? Сейчас я хочу, чтобы ты отправился в постель и подумал над своим поведением. Что? Батя, ты чё? У нас есть рыбка. А также у нас есть интернет. Ребята, вы первым делом заглядывайте в свое сердце, там я прятаться не собираюсь. Что-то такое. Мы 5 уровня, мужчина, возраст наш, холост, Южный парк, 147 баксов у нас. И очень много всего. Так, при... Идеальной атаки понижает атаку, производимую целью. Ну, понятно. Булава регенерации. Сколько-то процентов. Лечи себя, наминая боку врага. Бока врагу. Вот так, да? Ну, а давайте булаву регенерации возьмем, что ли. Хотя нет, палочка-то покруче, она огня нам дает, а это самое важное. И у нас есть доспехи лесного эльфа, которые мы можем взять. Перчатки лесного эльфа. Гнездо птицы. Что-то еще у нас тут было. Какая-то на голову повязка ночного эльфа. Мы лесной эльф, мать его. Может, они тогда не будут нас атаковать? Ну ладно, рыжий парик, это все, в принципе, хер с ним. Вот такой из нас получился лесной эльф. Склад наш. Ну что ж, пойдемте спать. Мы лесной эльф. Спокойной ночи, мальчик мой, надеюсь, ты так же рад, как и мы. Теперь, когда мы перебрались в это тихий городишко, жизнь наладится. Какая милая мамочка. Боже, бородатый рыжий мальчик мой. С птицей. Охренеть. Да неужто? Черт, да не может быть. Инопланетяне, что ли? Страшно. Но ничего не поделаешь. Боже, куда вы нас несете? Мне опять приснилось понятненько, мне снится, что-то в жопу там вставляет. Боже, что происходит? Опять?
О, боже, Господи Иисусе, может попробуем тот большой серебристый меч еще раз? Черт. Какое-то жопное устройство. Ого. Вы охренели, что ли? Жми. Сожми сфинки. Взорвался к чертям. О, еще один, что ли? Ну, эти посложнее. Давай же. Черт. Мы не справились. Но тут-то должны справиться, да? Тут все просто. А вот дальше хрен там был. Ну я же играю на клавиатуре. Давай! Собаки, да вы охренели, я не хочу это же делать еще раз. У меня конец был. Скоро буквы И. Есть! Фух, чуть клаву не сломал нахер. Боже, что это? Что за шняга у меня осталась в жопе? Тебя впервые зондируют? Батя, да, это больно. Но ты должен с этим смириться, если живешь в отдаленном городке города. Зато у нас природа. О, ты освободился, ты неплохо контролируешь свою задницу. А теперь освободи меня. Ты можешь использовать свой инопланет зонд для телепортации. Жми И, пока не выберешь зонд. Давайте это вот освободим. Жесть. Ты можешь... Я могу телепортироваться. Так, отлично. Прикольно. Так, подождите, а затем найди курсор. Я хочу этого освободить. Я не могу его освободить. А, нет, подождите, могу, наверное. Какие-то зародыши. Шлем пришельца мы взяли. Прикольно, из задницы утаскивается зон. Но этого отца я не могу освободить. Ну и пофигу. Куда-то мы вышли, черт. Тревога? Ну вау. Ну ладно, пойдем назад. Там где-то направо был ход. Интересно. Ну а и что он открыл нам? Вау, использованный джаган. Жесть какая. Ну черт, это удивительная игра. Мне нравится. Так. Борьба с пришельцами. Му-му. Читрый фрактор. Угу. Они все наделали все щитов. Я даже не знаю. Давайте попробуем электричество. Му. Му. Блин, я не то сделал. Охренеть, какие они мощные ублюдки.
я даже не знаю, как мне тут. Ну давайте огнем, пофигу. Дыхание огнем! Горите! Пришельцы. Му-му-му-му-му. Один лечит другого. Какая. Как мило. Так, мне нужен эликсир силы. А теперь жахнем по ним магией. Гори! Ну что, пришелец, готов? Не на того они напали. Сейчас мы жахнем. А, костра-то нет, да? Ну вот, хоть щит разбили. Ублюдки. Получите. И... да. Ну, он опять себе сделал щит. Теперь будут блевать. Да. Ура. Инопланетный лазер. Новое оружие. Космические, что-то там деньги. Нафиг они нам только. Ну, а толку-то мы? О, вот ты где. Это и есть блок ламбады. Вот это лифт, зон, торчащий из твоей жопы. Нужно подключить к нему. Так, секундочку. Алло. Да нет. У нас все есть. Угу. Ты дома уже? Точнее, в поселке? Ну, ладно, давай. Так, идет самая главная участница нашего канала. Катя. Вот. Поэтому это очень радостная весть. Я рад прям. Так, подождите, как мне пробраться-то дальше, вон туда? Никак, видимо. Ладно, пойдемте использовать бомб-зонт. Ну, погнали дальше наверх. Блин, чего это? Ого, замечательно! Ты там, теперь ищи консоль. Возможно, один из них находится над тобой. А, хотя не помню, какой нужен, давно этого не делал. Костюм пришельца. Ну, давайте оденем, что мы же тут набрали. Всякого. Оружие, причем, по-моему. Бластер, вот инопланетный бластер взяли. Шлем взяли инопланетный. Взяли пижаму, по-моему, инопланетную. Штаны, по-моему, не брали. Блин, мы рыжие. Мне не нравится быть рыжим. Черт возьми, сейчас поменяем, друзья. Ну вот, есть простая причесанка. Ну, вот такой оставим. Чуть похож на меня. Бороду, конечно, можем убрать. Чё? Яички на подбородке, блин, это забавно. Голливудская борода. Оставим голливудскую бороду. Так, это что у нас? Эликсир силы. Опа, сгорел один пришелец. Прикольно.
О, да, здравствуйте, это запись. Если вы слышите меня, меня взяли в заложники на инопланетный корабль. Пришедшие вытворяли неслыханные вещи с моим ректальным отверстием, но я вырвался на свободу. Я напуган и одинок, я должен найти выход с этого корабля. О, боже, они идут, почему я стою здесь? И делаю запись в аудиожурнале, у меня нет на это времени. Оставьте меня в покое. Минус один. А можно как-то вниз упасть, нет? Жалко, вот этот не работает. Угу. 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 Так, мы что-то сделали. Теперь мы можем пуститься вниз. Битва! Му-му! Му-му! А что делает инопланетный лазер? Когда твой оружие начнет мигать, нажми правую кнопку мыши, чтобы провести атаку. Или пукнуть. Ого. Подождите, я хочу еще раз провести атаку. Ого, идеальное уклонение он взял. Ну давайте огнем его, что ли. У нас еще щит появился какой-то. Прикольно, появился щит. Мы молодцы. Так, космические деньги. О, замечательно, ты там, глянь, сможешь ли ты вытащить меня отсюда? Скорее всего нет, но это очень продвинутая инопланетная технология, вряд ли кто-то сможет в ней разобраться. О боже. Боже, нет. Блин, зачем мы это нажали? А. Походу продолжать, ты близок к цели. Ну давайте спасем его. Я знаю, тебе можно верить, так держать. Ты что, отпустили, что ли? О, я еще здесь, ладно, давай попробуем другой вариант. Ух ты, лесенка. Фант, очень классная стилизация у игры. Давно такого не было. Второй день, мне хочется есть. Ну, и я искал еду, но единственное, что нашел, это на... Что-то там нашел. Почему они утруждаются, если будут ясно? Каждый следующий найденный аудиожурнал еще бестолковее. Мне нужно найти способ выжить. Да, он, в общем, дебил, который ищет аудиожурнал. Ну, раз у нас открылся ход. Гол, инопланетяне. Так, эликсир скорости. Ну ладно, хрен с ним, у нас и так избыток уже. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Пойдемте вот сюда. Так, а он что-то там сказал? Использовать. Ого, может быть правильно? О, поблизости уже. Какая-то штука. Так, подожди. Битва. Му-му. Му-му.
Сейчас поджарим его. Давай, давай, давай. Так, есть, друзья. Мы сделали это. Так, звонит домофон. Это пришла наша училка. Но она, видимо, не знает, что я записываю. Поэтому воспользуется ключом, которым же она и закрывала дверь. Потому что я никуда сегодня не уходил. У меня сегодня выходной. А это важно. А это что? Опа. А это бомж. День четвертый. Я уже везде посмотрел, но не могу найти ни съестного, ни подсказки. Как мне выбраться с этого корабля? Только новые аудиожурналы, они везде. А зачем я слушал их полностью? Думал, что там есть какая-то полезная информация, но похоже, это просто пустышки. О боже, мамочка, да я здесь весь чешусь. А, хуже некуда. Разбитый анальный зонд. Эликсир маны, сетевок. Да пофигу. Ну ладно, хорошо, подобрали. Так, а теперь-то куда? Вот это, что за зонд? Опа. Мы не сможем пройти, что ли? Так, эликсир силы. Что там еще? Ну и давайте попробуем высвободить его. Блин. Черт, мы не нажали так, как надо. Боже. Фу. Давайте еще раз попробуем. Блин, это вообще жесть. Это, видимо, его не пройти. А еще раз, напрягись. Вы должны стать...